замацали! Блин, да как же это возможно? Какая несправедливость! Ох, у меня внутри закипает чувство несправедливости! Это уж вообще ни в какие ворота! Вот как жить, если снус и манюшки мацают? Дожили, блин! Это ж надо что-то делать! Это ж надо протестовать! Протестовать! Протестировать! Не, протестовать! Хрюнили сидеть! Ты слышал? Снус и манюшки замацали! Прикинь! Ты что не понимаешь? Снус и манюшки замацали! Дожили, блин, офигеть! Обосраться и не жить. Ты что, вообще не понимаешь? Ты не въезжаешь, да? Совсем беспредел, это уже дальше некуда, вообще просто обалдеть. Это какой-то вообще просто кошмар. Надо что-то делать, надо протестовать вообще, как-то не знаю. Ага. Обосраться и не жить. Не, ну ты вообще понимаешь, ты вообще... Ты что ты говоришь? Ты вообще тебе пуфик, вообще... Просто у меня тут просто я никуда, блин, а что ты хотел? Пошел в жопу. Обосраться и не жить. Лохматый, слышал уже про снусов и про манюшки? Ну да кось. Уж офигеть, да, обалдеть, да, вообще с ума сойти. Ну да кось. Как такое может быть вообще в 21 веке, в 21 веке? А, на аватарку, цивилизованный тип в стране, на аватарку. Как такое вообще с ума сойти вообще невозможно, как такое происходит? На аватарку, это же крышу сносит просто ну, у меня. Ну да кось. Я не могу понять, даже не могу. На аватарку, даже мысль саму допустить. Ну да кось. На аватарку, да блин вообще, да. Ну да кось. На аватарку, на аватарку, на аватарку. Слышь, Масянин, ты не вздумай это там. У тебя дети, семья, вот я. Красивый такой. Ну, дети там тоже. Так что ты про нас-то продумай, прежде чем лезть на рожон. Тебя ж посадят. Ну, чё замолчал ты дальше-то, чё? Чё дальше? Дальше ничего. Ну, ты должен был сказать, а ты не воруй. Как у Папанова, все ж так говорят. Тебя посадят, а ты не воруй. Я стою, жду, ну. Не, ща это не актуально. Ща скорее наоборот. Тебя своруют, а ты не сиди. Чё ты несёшь? Я к тому, что присесть сейчас можно легко, так что ты лучше не надо. Не высовывайся лучше. У тебя дети, ипотека и всё вот это вот всё. Не, ну это ж невозможно, такая жуткая несправедливость. Надо что-то делать, я не могу так. Я тебе скажу, у меня есть один знакомый, он специалист по протестам. Ну, в смысле, как чё можно, чё нельзя. Говори с ним. Не, я вам скажу, протестовать можно и нужно, но по правилам. Цивилизованный протест. Наша стезя. Есть правила, законы, мы должны их соблюдать. Наша стезя. Неукоснительно. Только так мы добьемся соблюдения другими. Наша стезя. А так что, у нас можно митинг протестовать или нельзя? Ну, как бы и можно, но как бы нельзя. Надо правила соблюдать. Вот, например, нельзя в определенных местах. Вот, например, нельзя у колумбария. У колумбария нельзя. А зачем мне у колумбария? Поэтому и есть закон. Нельзя у колумбария. Да не собираюсь я у колумбария. Какой в жопу вообще колумбарий? Тут вам вообще Америка не здесь. У нас не может быть колумбария. У нас может быть только Микуха Макларий. И нельзя на улице, где ходят, ибо мешает процессу ходьбы. И нельзя у здания, где сидят, ибо мешает процессу седьбы. И у лежария нельзя, ибо мешает процессу лежбы. Какой еще лежарий? Ну это так, для примера только. Хотя, знаете, я многих знаю, у кого есть лежарий. И не создавая препятствия никакого, в виде никакого препятствия. Да, и невидимо глазу, и не в количестве, а то уже Майдан. И поэтому же нельзя писать слова, начинающиеся на «мы». Понятно? Никаких, ни одного. И плакат должен быть маленький, не больше открытки. И вообще, лучше дома, в закрытой комнате, с выключенным светом. И достать плакат только наполовину, максимум, и только на полсекунды. Понятно? А, за что? За что? Ваш сосед видел, как вы заходили в туалет с какой-то бумажкой, а значит митинг. Все-все-все, несанкционированные вы должны были получить санкцию. Какие у вас и санкции? Все-все-все, в автозак ее. We all live in the желтый автозак. Желтый автозак, желтый автозак. We all... Слушай, ты молодец вообще такая, Масяня. Проявила гражданскую позицию. Я тебя не только люблю, но и уважаю прям. О, я тебе не хухры-мухры. Да, я такая молодец, я теперь такая, вот чувствую себя прям зрелая личность, прям можно срывать. Прям такое самоудовлетворение я ощущаю. А что манюшки? Они замацаны все еще? Да, к сожалению, пока еще манюшки замацаны. Но ты же понимаешь, пока снусы старорежимные все не вымрут, ничего ж не сделаешь. Зато я сейчас пост напишу, сейчас я везде напишу, и ВКонтактики, и в Ебучики, и в Инсти, и на Ютуб я блог напишу. Сейчас, сколько у меня приятного впереди.